Привет. Сегодня у нас тема основы рекрутирования. Меня зовут Помысова Екатерина, я золотой директор. Давайте начнем. Если у нас новички, которые еще только недавно в команде, да, только обучаются. Так. Сейчас, наверное, подтянутся. Ром, не мешай маме. Давайте начнем с определения, что же такое бизнес. Да? У нас не наемный труд, мы развиваем собственное дело, мы развиваем свой бизнес. И бизнес – это предпринимательская деятельность, нацеленная на увеличение товарооборота, ну или оборота товаров или услуг с целью получения дохода или прибыли. То есть наша прибыль – это наш доход. Да? У нас нет расходов, у нас только доходы. Так. Что дает нам компания, да, что нам дает сотрудничество с компанией? Нам компания предоставляет бизнес под ключ, да, то есть компания берет на себя, если сравнивать с классическим бизнесом, компания берет на себя производство продукта, продвижение, различные промо-акции, да, рекламу, доставку, логистику. Логистика у нас вообще по России более 4000 СПО, да, сервисных центров обслуживания. Мне кажется, даже в самые дальние уголки, да, можно доставить заказ почтой, курьером. Курьер, конечно, у нас в больших городах только, да, сервисные центры обслуживания, электронная почта, ну, электронные эти постаматы. То есть логистика очень хорошая. Доставка у нас 2, 3, 4, ну, 4, наверное, в среднем дня составляет, да, доставляют оперативно своим транспортом, где-то авио, да, доставка есть. То есть у нас вот и доставка, и логистика очень хорошо настроены. Дальше компания берет на себя бухгалтерию, стимулирование роста и развития, то есть различные премии, акции, бонусы, конференции. Наша же задача, да, мы, ну и соответственно компания на себя берет продажу, да, то есть она напрямую продает покупателю продукт. Покупатель заходит в интернет-магазин, совершает покупку, компании же он и оплачивает, и компания ему доставляет. То есть продажами мы не занимаемся, да, наша задача – это продвижение бренда компании. То есть работа у нас информационного характера, мы людям даем информацию о возможностях сотрудничества с компанией. То есть то, что мы бы, открыв магазин в своем городе, занявшись классическим бизнесом, вот эти все функции брали бы на себя, да, то есть мы бы занимались и, ну, производством, конечно же, нет, да, покупали, например, у кого-нибудь, ну, может быть, кто-то и занимался бы производством, продвижением товаров, да, то есть нам надо было этот товар разрекламировать, доставляли бы, логистика занималась, бухгалтерией, а нам, наша задача только здесь давать информацию, обучаться, то есть обучать людей, да, ну, новички, естественно, не могут сразу обучать людей, они сначала сами обучаются, а потом, когда у них будет достаточно опыта, они начинают обучать своих новичков, да, и, соответственно, сопровождать. Вот. Наша задача – организовать товарооборот для компании, то есть увеличить товарооборот компании, и по договору об оказании услуг компания нам платит за это доход. Мы не просто покупатели, да, мы предприниматели, организаторы своего онлайн-бизнеса. Так долго грузит. Вот. Oriflame – это система инновационного бизнеса. Да, работаем мы только в интернете, в удобное для нас время. Да, то есть, чем мне привлекла эта работа, будучи мамочкой в декрете, да, то, что я сама выбираю, когда мне работать, сколько мне работать, так как у меня был маленький ребенок, да, но сами знаете, тут все, мне кажется, мамочки в декрете, да, и кто будет смотреть записи. Ну, вот у меня в команде где-то 80, наверное, процентов мамочек, что ребенок сам ставит, да, рамки, режим устанавливает, когда ему что захочется, да, нам приходится под него подстраиваться. То есть, если была это какая-то работа с установленными временными рамками, естественно, мы бы уже не смогли подстроиться. Компания надежная, то есть она уже в этом году исполняется 50 лет, как она работает на мировом рынке, то есть это говорит о ее надежности и стабильности. И, конечно же, известный бренд, да, то есть при слове Oriflame
все уже знают, что это. Все понимают, что это косметическая компания, да, какой у нее ассортимент. То есть работать с такой продукцией намного проще, потому что, ну, не надо объяснять, например, если взять какую-то компанию, которая там на рынке еще полгода, да, сначала надо, ну, не то что доказать, да, показать покупателю, да, что это продукт хороший, чтобы он купил. А тут уже люди все знают, и этим мы не занимаемся, чтобы доказать покупателю, доказать клиенту, доказать своему партнеру, да, что это хороший, качественный продукт. Дальше. У нас официальный доход. 17 раз в году мы получаем доход, да, плюс премии в долларах. Долларовая премия платится по курсу, текущему курсу, да, на момент закрытия каталога, когда должна выплатиться премия. Возможность управлять своим бизнесом, обучать и обучаться, не выходя из дома, да, обучать команду. То есть это очень удобно, и сейчас многие компании переходят именно на удаленный характер работы, да, то есть это экономит и средства по аренде помещения, да, и экономит время на дорогу до, например, офиса и обратно. То есть сейчас везде интернет. Сейчас, мне кажется, во всех сферах интернет есть, да, как бы в нашей жизни, во всех сферах нашей жизни. И без него уже никуда. То есть проще, например, дать задание своему там подчиненному большой компании через интернет, и он также отчитается через интернет, чем затрачивать время, да, и средства, например, на ту же дорогу. Вот. Поэтому мы, как говорится, мы в тренде. Вот, мы следим за вот этими новыми веяниями, да, и в 2020 году по прогнозам аналитиков практически все перейдут на удаленный характер работы. И территория бизнеса не один город, да, а вся Россия, страны СНГ и мира, да, мы работаем, вернее, представительство компании есть в 66 странах мира. То есть, если у вас нет, например, языкового барьера, вы знаете, например, хорошо английский, да, международный язык, то можете работать и с другими странами, где другие языки. Вот. Но я, например, работаю сама по России, у меня есть команды в Казахстане, Белоруссии, Украине, Молдове. Вот. Просто многие говорят, что у меня мало знакомых в городе, да, не понимая, что мы не привязываемся к географии, да, у нас как бы география – это вся Россия и страны СНГ, то есть можно работать в интернете, не привязываясь к какому-то определенному городу или району. Бизнес помещается в ноутбуке, телефоне или планшете. Это, конечно, классно, да, то есть мы можем взять с собой телефон и всегда быть на связи со своей структурой, со своей командой, со своими людьми и следить за ростом своего бизнеса. И что меня очень привлекло, когда я начала работать, да, то, что бизнес передается по наследству деткам, ну или близким родственникам, да, первой линии. И дает пассивный доход. То есть, проработав активно год, уже выходит на пассив, да, кто-то два, то есть зависит от активности человека. И уже можно идти на пенсию. Пенсия в кавычках, да, от компании. Пассивный доход, это, например, вы покупаете квартиру, сами не работаете, сдаете ее в аренду и получаете арендную плату, а сами ничего не делаете. Вот это называется пассивный доход. По сути, пенсия, да, у наших родителей, это тоже пассивный доход. Но пенсия, да, согласитесь, что пассивный доход все равно как бы подразумевает, что это деньги, которые как не заставляют нас не работать, да, скажем так, а на пенсию уже не проживешь. Поэтому хотелось бы, конечно же, проработать там пару-тройку лет, да, выйти на пассив, достойный пассив и жить как бы обеспеченной жизнью. Вот, то есть вот эти вот большие, по мне, плюсы, да, которые дает нам компания и возможность развития своего бизнеса в партнерстве с ней. Маша что-то выходит, заходит. Нестабильный интернет, наверное. Давайте поговорим о рекрутировании. Да? Что такое рекрутирование? Это один из китов нашего проекта. У нас три задачи, да, в проекте. Это обучение, потому что интернет – это такая вещь. Да? То есть год назад у нас были методы,
которые не работают сейчас, да, и надо вот именно изучать те методы, которые сегодня актуальны, их использовать в работе. Второе – это поменять магазин, то есть надо смотреть с точки зрения выгоды, да, вы получили свой интернет-магазин, вы его владелец. Какая, например, швея шьет себе одежду у другой швеи? Какой директор булочной покупает себе хлеб на ужин в другой булочной, да? Это вообще как бы нелогично. То есть, если у вас есть магазин, если у вас какое-то предприятие, которое производит услугу либо товар, да, продает, то, соответственно, вы будете ходить сами туда, чтобы, во-первых, вы знаете, что там качественно, во-вторых, вы делаете товарооборот себе, чтобы ваша организация приносила прибыль либо доход. Вот. И, соответственно, рекрутирование, да, это подбор бизнес-партнеров в команду. То есть это информационная работа, вы даете информацию о возможностях сотрудничества с компанией, что не только можно покупать в вашем интернет-магазине, да, но еще и зарабатывать на этом. Вот. И цель рекрутирования – найти единомышленников, целеустремленных, которые хотят построить бизнес, изменить свою жизнь. То есть активных партнеров. Вот. Давайте посмотрим дальше. Зачем рекрутировать? Да, кто-то мне говорил, а зачем искать людей? То есть один человек не купит себе столько, потому что у нас все равно товарооборот, от которого платит компания нам доход, зависит, вернее, основан на личном потреблении. То есть каждый вы сами покупаете, да, и ваши люди, вашей команде также совершают покупки для себя, да, для своих близких. И сумма покупок, этот товарооборот вами организован, и компания с него платит доход. Зачем рекрутировать, да? Вы один человек, вы сами не купите себе столько, сколько купят 100 человек, да? И 100 человек, соответственно, не купят столько, сколько 1000 человек. То есть суть в чем? Мы приглашаем людей, объясняем им выгоды, да, что при покупке можно еще деньги заработать. Они, соответственно, делают то же самое, что и мы. Обучаются, покупают, да, и начинают рекрутировать, рассказывать о возможности, то есть дублицировать нас. И вот у нас команда разрастается, то есть не только вы приглашаете людей, но ваши активные партнеры, да, тоже приглашают. И ваша структура, ваш товарооборот растет как снежный ком. То есть в одиночку создать товарооборот очень трудно. Да, тот же самый, например, директорский товарооборот. А один человек, ну там даже если продать, если бегать, продавать, да, каждый каталог продавать на 300 тысяч рублей, это, конечно же, очень трудозатратно, иди. Трудозатратно, да, и, соответственно, если вы, например, сегодня поработали этот месяц, получили свой доход, завтра у вас, например, что-то случилось, или вы решили отдохнуть, не поработали, да, не побегали с каталогом, не продали на эти 300 тысяч, у вас дохода нет. А у нас именно командная работа. Мы работаем все вместе, да, мы работаем на одну цель. Мы развиваем, каждый развивает свой бизнес, свой интернет-магазин, который он получает при регистрации. То есть задача, зачем рекрутировать, да, то есть мы находим единомышленников, которые будут делать то же самое, и строим бизнес именно стабильный, да, с такими бизнес-партнерами. Где брать людей? Да, у меня всегда, например, новички задают такой вопрос. Где брать людей? То есть у нас способов рекрутирования, методов рекрутирования много. Каждый для себя выбирает комфортный. Вот у меня, например, на моей практике, если человек у меня пришел с контакта, да, где я рекрутирую, он начинает рекрутировать именно там. Вот. Ну, как рекрутирует спонсор, так рекрутирует его новичок. Потому что спонсор может грамотно и полно объяснить метод, каким он рекрутирует. Да, если у него этот метод не пошел у новичка, то, соответственно, он уже меняет, выбирает для себя комфортный. То есть без практики в рекрутировании никуда. То есть надо хотя бы 3 каталога прорекрутировать одним методом. Если он у вас не пошел, уже искать другой. Как рекрутируем мы? Да? Это мы рекрутируем вообще на 2 сегментах. Это теплый и холодный круг. Теплый – это ваше окружение, ваши близкие, вообще те, с кем вы когда-либо общались и чье имя вы знаете. Это и с кем вы ходили в садик, с кем вы ходили в школу, с кем учились в вузе, да, ваши парикмахеры, стилисты, продавцы в соседних магазинах, учителя.
То есть все, кого вы знаете. То есть вы должны просто дать информацию. Как я говорю своим новичкам, вам за предложение по шапке никто не даст. Вот. То есть вы можете предлагать теплому кругу давать информацию онлайн, да, в интернете. Например, вы сидите ВКонтакте, у вас там друзья. Ваши друзья, ваши близкие, может, когда-то вы с кем-то познакомились, добавили друг другу в друзья, да, и не общаетесь сейчас. Вы даете информацию, просто даете информацию, что вы развиваете сотрудничество с компанией бизнес, да, есть такая возможность дополнительного заработка, интересно или нет. Вот. И офлайн, да, например, вы с подружкой встретились, пьете чай, да, и также рассказываете информацию. Также, ну, я подробнее потом расскажу про каждый метод, да. Личный бренд. Личный бренд – это задел на будущее, да, это, как говорится, пассивный рекрутинг, да, хотела ниже про это рассказать. То есть личный бренд мы начинаем развивать сначала, с стадии новичка после регистрации, да. Это задел на будущее для того, чтобы вы не всю жизнь рекрутировали сами активно, да. Активно – это когда вы сами пишете, то есть «Здравствуйте». Я хочу вам предложить дополнительный заработок. Вас интересует там подробная информация, да? Это активный рекрутинг, когда вы активно делаете какие-то действия. А пассивный – это когда вам пишут уже в личку, да, там не в личку. Здравствуйте, хочу поинтересоваться, чем вы занимаетесь, расскажите о работе. То есть, когда люди к вам сами уже идут на ваш личный бренд. То есть, вы рассказываете о себе, о своей жизни, не обязательно рассказывать только о бизнесе, да, только о возможностях компании. Вы, именно личный бренд развивается на основе вашей личности. Все равно люди идут на личность, на человека, да, то есть, с которым приятно наблюдать, который там рассказывает о своей семье, о своих детях, который рассказывает также о своем занятии. Да, не надо чистить, например, писать много-много-много постов о работе, о бизнесе. Да? Пишите о себе, о своих детях, куда вы ходили, чем занимались, какие-то истории из жизни. То есть просто должен читатель наблюдать за вами, да, и чтобы ему было это делать интересно. Вот. По личному бренду сейчас я не буду углубляться, хочу отдельно провести вебинар. Но я настоятельно всегда новичкам рекомендую в первую очередь пойти на теплый круг онлайн или офлайн, да, без разницы, и развивать личный бренд, да. У нас созданы чаты по личному бренду, где мы обмениваемся опытом, учимся. Сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста. Рома, Ром, вытери сам попку, я сейчас закончу и тебя помою, хорошо? Попку сам вытри, как в садике. Давай, Ром, я сейчас не могу тебя помыть. Ну и что, вытри попку, Рома. Будь взрослым мальчиком. Вытри, потом ручки помой. Потом, говорю, ручки помой. Я не могу сейчас, потому что я веду вебинар. Все, иди вытирай, я включаю. И чтобы не говорил про какашки. Извините. То есть я своим новичкам рекомендую начать с теплого круга, да, то есть рассказывать своим друзьям, знакомым, окружению о возможностях сотрудничества с компанией, потому что мне кажется, все равно комфортнее и интереснее работать с людьми, которые знакомы, да, которые знакомы, и все равно каждый человек хочет своим близким хорошей жизни, да, соответственно, в первую очередь человек идет рассказывать о том, что узнал, что есть возможность на первой стадии, да, это дополнительный доход, возможность дополнительного заработка своим любимым, близким и как бы друзьям. Вот, поэтому сначала рассказываем теплому кругу, начинаем развивать личный бренд, а потом уже как бы параллельно обучаемся холодным, да, методам. Дальше методы – это доски объявлений, да, люди ищут работу, то есть там и идет уже целенаправленно, идут люди, которым нужна работа, нужны возможности, да, нужен доход. И им рассказываем также о возможностях получения дохода, да, возможностях сотрудничества. Там, конечно же, статистика регистрации выше, потому что вы сидите и прям ищете целенаправленно. Вам предлагают, вы соглашаетесь послушать, да, как бы соглашайтесь попробовать.
нежели, например, в социальных сетях, где люди не ищут работу, они сидят там, листают новости, играют в игры, да, общаются с друзьями, а вы предлагаете им работу. Очень много людей сидят, играют в игры. Да? Я, например, зашла, ну, ради интереса посмотреть там какую-то наугад выбранную игру, и там сидит, ну, там статистика есть, около было 10 миллионов человек. 10 миллионов человек впустую играют в какие-то ненужные игры, да, то есть они отдыхают там или еще что-то, как, ну, не знаю, чем они там занимаются и что их мотивирует туда идти. Но у меня была знакомая, которая вставала среди ночи, заводила будильник в 2-3 ночи, чтобы собрать капусточку. То есть кто-то там сказал ей, что вот если с 2-3 соберешь, например, свой урожай на ферме, да, то, соответственно, ты получишь там какие-то то ли баллы, то ли еще что-то, ну, в большем количестве, чем это ты сделаешь днем. И представьте, как вообще, не знаю, что может сподвигнуть человека, да, встать в 3 часа ночи, завести будильник, встать, включить компьютер и собрать эту капусту. Вот я говорю, это, мне кажется, уже до маразма доходит, да, вот, и люди вот тратят жизнь и порой даже тратят деньги на то, чтобы вот играть вот в эти бессмысленные игры. И потом нам говорят, да, что у них нет времени на работу, у них там дети, еще что-нибудь, а у самих стены заполнены играми. Вот. И социальные сети. Я, например, сама работаю и начинала работать ВКонтакте, да, сейчас я работаю еще плюс в Инстаграме. Мне нравится работать ВКонтакте, общаться с людьми, да, вот именно в соцсетях. Вот. Но тут надо брать объемом, охватом, да, то есть, если, например, теплый круг достаточно для одной регистрации, к примеру, да, 2-3 собеседования, чтобы получить регистрацию одну в день в социальных сетях, да, надо добавить в друзья, не предложить, а просто добавить людей до 1000 человек. То есть это, конечно же, затрачивается время. Почему я говорю, что сначала попробуйте на теплый. Может, у вас пойдет, и вам даже не надо будет идти на холодный. Теплый тоже безграничен. Сначала вы обрабатываете свой теплый, да, это, ну, у каждого человека есть, ну, примерно 500 знакомых, да. Потом вы зарегистрируете человека, начнете обрабатывать его теплый. То есть он тоже безграничный на самом деле, да, может не такой безграничный, как холодный, да, там по всей России мы не будем ездить, да, ну то, что предлагать, а теплый все равно тоже имеет рамки, но все равно не такие, как, например, многие представляют. Я, говорит, предложила подруге, там, маме, папе, да, и все, я свой теплый обработала, то есть это не так. Дальше, холодный круг, это холодный круг офлайн, да, то есть визитки, листовки. Я вот, например, иду, у меня всегда мысль сделать визитки, если у меня руки не доходят. Идет, например, мамочка с ребенком, да, даешь визитку и, например, предлагаешь созвониться, да, если ей заинтересовало ее предложение. Там можно написать, что там работа онлайн, да, как раз для мамочек в декрете, то есть именно сделать визитки, нацеленную на определенную целевую аудиторию. Да, если это мамочки в декрете, там ребенка нарисовать, да, и написать уже как бы, чтобы мамочки в декрете зацепили эти визитки. Ну, либо листовки, да, без разницы. То есть вот этими методами я лично не работаю, да, как бы, но многие девчонки работают, и у них отлично это получается. То есть получается, что вы находите... Извините. Вот. Холодный круг, то есть мы набираем команду, да, в своем городе, то есть это тоже круто. Вот сейчас очень много фотографий, да, вчера вот скидывали девчонки даже фотки, когда собираешься, нанимаешь фотографа профессионального, наводишь макияж, да, красиво одеваешься, фотографируешь, это тоже называется развитие личного бренда. То есть вы показываете, что у вас команда, что вы там, например, красиво в костюмах одеты, что вы занимаетесь бизнесом, то есть это тоже идет прокачка личного бренда. Да и прикольно вообще на самом деле сходить попить кофе, попить чай, поболтать о работе, поболтать вообще о жизни, да, с единомышленниками, с девчонками, которые имеют как бы схожую с вами цель. Вот, поэтому обязательно надо, желательно, да, как бы работать всеми методами, да, все равно вы потом почувствуете, какой ваш.
и работать именно тем методом, который у вас получается. Понятно по методам, да, какие методы? Я не буду прям очень подробно рассказывать. Есть на каждый метод свои вебинары, да, то есть ваша задача сейчас выбрать, каким методом вы будете работать. А дальше я по слайдам, да, расскажу, как бы подведем итог, что надо делать, если вы выбрали определенный метод. Как приглашать, да, какую информацию вы даете. То есть у нас для новичков шаблоны. Шаблоны, я сразу вам говорю, что работают не так хорошо, как, например, рассказанная суть своими словами. То есть все равно, пока вы до конца не разобрались в сути, вы читаете шаблоны, вы читаете своего спонсора, как он вас пригласил, вы слушаете собеседование, которое он проводит, и уже как бы для себя составляете скрипт собеседования, да, по шаблонам, по голосовым сообщениям. Вот я, например, рекомендую своим новичкам делать так. То есть вы начинаете обрабатывать теплый круг, а вы не сами, если вы пока не готовы рассказывать суть грамотно и профессионально, да, то есть не уверены, что вы сможете так рассказать, переводите собеседование на меня. Давайте ссылку ВКонтакте, давайте там Телеграм, давайте телефон. ВКонтакте я расскажу голосовым сообщением суть, да, в телефоне, как бы, ну, соответственно, я позвоню, расскажу. Но я расскажу, да, и если будет регистрация, регистрируем вашу команду. Вот, и потом я после собеседования перенаправляю свои сообщения человеку, который пригласил новичка, да, с теплого круга. Он прослушивает, ну, 5 там собеседований, к примеру, пишет себе скрипт, ну, я говорю, пиши прям себе на листочке то, что как бы и как я говорю. То есть каждый раз я говорю одно и то же. Потом уже, когда идет отработка возражения, естественно, там все по-разному, да, отвечая на вопросы, отрабатывая возражения, это уже индивидуально. А так я как бы саму суть я всегда рассказываю одно и то же. И получается, что человек записывает, да, может для себя что-то как-то по-своему, как ему удобно будет говорить, запишет. И вот, например, я первые свои голосовые собеседования по телефону, либо вот через голосовые, да, аудио сообщения читала с листочка. Ну, может быть, слышал, да, кандидат, что я читаю, но мне тогда было это проще. Сейчас, естественно, уже как бы, ну, как зазубренный текст, хотя я всегда говорю по-разному, но суть, как бы, план сути все равно какой-то есть, да, в голове. Вот. И поэтому я говорю, послушай, как я рассказываю, ты поймешь, что я говорю каждый раз одно и то же, запиши себе, и уже тогда начнешь говорить сама. Да, потому что постоянно проводить собеседование для всех своих новичков я не могу. У меня просто физически времени не хватит, плюс свое рекрутирование, да. А тут как бы я показываю, как надо, и человек уже учится и сам начинает делать то же самое. Вот. Вот это вот. Вот в этом и заключается дублицирование, да, что мы даем, обучаем своего новичка тому, что мы делаем сами, да, вот, что мы говорим, да, ну, я сейчас план накидала, да, ну, как бы, естественно, это будет все оформлено в текст. Не продажи, подчеркиваем, да, что это не распространение продукции, работа информационного характера, что мы продажами не занимаемся, с каталогом не бегаем, только даем информацию, да. Задача организовать товарооборот и обучать людей. Ну, новички, естественно, не обучают, как я говорила выше, да, новички пока сами обучаются. Впоследствии, когда они становятся уже, когда у них команда есть, да, они начинают обучать по типу, опять же, своего спонсора. Если есть какие-то свои мысли, да, своя какая-то система ведения, сопровождения новичка, естественно, как бы это не возбраняется. Наоборот, нововведения всегда как бы приветствуются. Дальше, подчеркиваем, что это работа не по найму, это развитие бизнеса. Просто люди всегда, не всегда, в смысле, от слова работа, да, сразу возникает стереотип, что это работа по найму. Вот, и что будет, я буду чего-то требовать, я всегда говорю, я от вас ничего требовать не могу, потому что я не ваш начальник, я ваш партнер. Я могу вас научить, да, а как работать, сколько работать, вы уже сами решаете. То есть, если вы хотите быстро расти, вы будете много работать. Вот, доход официальный, не всякие виртуальные выплаты, да, то есть доход у нас платится на счет в личном, на счет в банке. Расчетный счет, да, после открытия индивидуального предпринимательства. То есть новички смотрят маркетинг-план, там, где я рассказываю всю информацию, даю, да, что мы сначала наши деньги копятся на счету в личном кабинете, потом открывается индивидуальное предпринимательство, расчетный счет, заключается с компанией договор на оказание услуг, то есть все официально, да, индивидуальное предпринимательство по договору
по трудовому договору Российской Федерации это официальная работа, да, официальное оформление, основная работа. И платим налоги, доход у нас белый, да, как бы и спим спокойно. То есть нет никаких черных, никаких там серых конвертов с черных зарплат. Если вам предлагают, например, какой-то заработок и там виртуальные выплаты, значит, это неофициальный доход. И стоит ли как бы туда вообще там развиваться. Дальше также говорим, но это, наверное, уже после, в суть это включать не надо, да, потому что, ну, это когда уже, наверное, с работы, в работе с возражениями говорить, что справедливый маркетинг-план, что зарабатывает только тот, кто работает. Потому что есть очень много людей, которые регистрируются, молчат, потом выходят, например, на 22% и пишут, где мои деньги, да, то есть, когда я буду получать свои деньги? Я уже на 22%, я открыла директора. То есть люди совершенно не понимают, в чем смысл, в чем суть работы, да. Если человек не работает, он зарабатывать хорошо не будет, да. Маркетинг-план вообще очень грамотный, справедливый и, наверное, единственный в своем роде. Вот, то есть вот эти акценты надо делать, да, и еще говорить, я, кстати, не сказала, что готова система обучения, да, что у нас есть уже... Все продумано, никакой велосипед изобретать не надо. Как я говорю, мы уже все проживали, да, ваша задача только проглотить. Обучиться уже применять на практике. Вот. И обучение, что немаловажно, бесплатное. Да? Многие спрашивают, что обучение платное. Я говорю, нет, у нас обучение абсолютно бесплатное, то есть берите и делайте. Вот, вот эти надо обязательно проговаривать в сути, да, новичку рассказывать вот эту информацию. И потом уже как бы отвечать на вопросы и отрабатывать возражения. Дальше, что у нас идет? Если человек по каким-то причинам, муж богатый, там сейчас нет возможности, да, не хочет развивать бизнес, предлагаем стать VIP-клиентом, покупать со скидкой 20% и участвовать в акциях и программах. То есть вы регистрируете человека, он по необходимости себе покупает, да, там, например, захотелось, там, например, себе туалетную воду купить, там, либо шампунь с бальзамом, он покупает себе, участвует в акциях. Акции у нас, конечно, для консультантов классные, да, то есть сейчас, например, у нас идет акция «В твоем ритме» за заказ от 50 баллов, ну, по сути, это небольшие, да, деньги, 50 баллов, вот, можно получить классную сумку, я с ней буду ходить на спорт, я уже всем про это говорю, вот, косметичку и полотенце, по-моему, да, если не полотенце, подскажите, вот, и все это за какие-то копейки, да, 199 рублей и 299 сумка, по-моему, но все качественное, все клевое, да, и, то есть, компания, грубо говоря, за копейки, да, дарит нам такие шикарные подарки, вот. И, соответственно, когда человек уже в деле, в системе, да, вы под него строите структуру, всех своих новичков регистрируете, и, к примеру, через полгода человек говорит, ой, знаешь, мне сейчас деньги понадобились, да, вот когда ты мне предлагала, мне они пока были не актуален был доход, давай я попробую. И под ним уже есть товарооборот, он начинает не с нуля, да, он начинает развивать структуру, уже имея какой-то, ну, какую-то базу, да, которую вы ему организовали там, за время, пока он наблюдал. Вот. Есть люди, которые отказались, но они остались даже не просто знакомые, а холодный круг, да, остались на вашей страничке, и они там через какое-то время пишут: вот я наблюдаю за вашей там страничкой, да, я зарегистрировалась, но не разобралась сразу. Я хочу попробовать еще раз. Вот, и они, как бы, соответственно, уже в системе тоже не начинают ни с нуля. Вот. Так что обязательно предлагайте, если он отказывается от работы, от построения развития интернет-магазина, да, предлагайте ему стать клиентом, покупать себе со скидкой. Способы подачи информации, да, как мы даем информацию. Собеседование голосом. То есть сейчас появились функции ВКонтакте, в Одноклассниках, посылаете аудиосообщение. Это вообще просто колоссальная экономия времени, да, чем вы писать будете что-то, что вы можете сказать голосом за минуту, да, я, например, там пишу
хотя у меня скорость большая, да, все равно это как бы времени больше затрачивается. Вот. Собеседование голосом, то есть можете по телефону позвонить, да, собеседовать, можете голосовые сообщения отправлять в WhatsApp, Viber, в соцсетях, только что сказала, что появилась возможность, в Телеграме, в Скайпе созваниваться, да, вот, то есть это, как вот говорят коллеги, да, я использую собеседование голосом только на возражение, да, когда человек уже задает вопрос после сути и возражает, я ему записываю голосовое сообщение и, соответственно, сопровождаю голосом новичков. Но коллеги из экспресс-карьера, да, говорят, что собеседование голосом стали проводить, и у них включаемость стала намного выше, и регистрация стала больше. То есть на данный момент самое эффективное – это собеседование голосом. Но многие работают и собеседование перепиской, то есть пишут тексты, да, и тоже у них есть результат. То есть можно в социальных сетях также писать тексты, но многих вас, наверное, зарекрутировали именно таким способом, да. В WhatsApp переписка также можно, да, с телефона, в Skype, в Telegram. То есть способов подачи вообще информации много. Можно послать запись презентации бизнеса, либо пригласить на стиль жизни, который у нас проходит. У нас вообще три раза проходят занятия общеструктурные. Да? Можно пригласить на стиль жизни. Он проходит у нас, по-моему, в 14:00 по Москве. То есть сказать, что у вас есть час времени послушать, да, там каждый день спикеры рассказывают свою историю, как они пришли, кем они были до, что стало с ними после, да, после прихода, каких они результатов добились, и рассказывают суть работы. Либо давать презентацию. Если у вас у самой есть презентация бизнеса, уже вы там успели записать, да, может, вы уже не новичок, хотя некоторые новички уже и 6% начинают записывать свои презентации. Дать свою, либо дать ту презентацию, на которую вы сами пришли, да, которая вас зацепила, которая вам понравилась. Потому что мы людей притягиваем себе подобных, да. Даже с кем-то обсуждали, что в команде девчонки с похожей судьбой, ну, внешне похожи, да, но вот это как-то подсознательно, наверное. Все равно мы людей притягиваем похожих друг на похожих на себя. Вот. Если вас зацепила запись, например, презентации какого-то определенного лидера, дайте послушать своему новичку, кандидату вот именно эту презентацию. Очень много шансов, да, что именно эта презентация, которая вас зацепила, зацепит и его. Дальше есть способ подачи, да, ссылка на сайт. Сайты у нас есть рекрутинговые, да, они даются нам за заказ в не в подарок, да, или как сказать, вы сделали заказ, вам дается сайт. Либо вики-страничку, да, создать можно. То есть там также подается информация, просто вы скидываете, человек изучает, да, если он согласен, то он как бы регистрируется. Но я все-таки предпочитаю общаться голосом, перепиской, да, потому что это все равно идет какое-то живое общение. И живая встреча. Если вы, например, там рекрутируете на теплом, офлайн, да, вы приглашаете, например, двух подружек, трех подружек и с ними беседуете уже как бы вживую. Так, дальше. Вот это способы подачи информации. Каждый выбирает для себя комфортный, но вот я повторюсь, действенно это, конечно же, голосом. Новички, да, то есть хочу вас предупредить, что надо перед рекрутированием надеть бронежилет. То есть даем... Иди, хорошо, возьми. Будут отказы, да, то есть, как я говорю своей команде, что не все будут в Oriflame, не все будут директорами Oriflame. Нужны учителя, и врачи, и инженеры, и продавцы, которые, ну, как бы все профессии важны. Будут отказы, если ваш, например, теплый круг говорит нет, да, это не значит, что он никогда к вам не придет. Бывают разные ситуации, когда человеку нужен доход, да, он следит за вашими успехами, ему захочется тоже попробовать, либо ему кто-то предложит ВКонтакте, ну, в любой соцсети, он вспомнит, что вы ему рассказывали, придет к вам, да, почему важно своему теплому рассказать именно в первую очередь, чтобы его не зарекрутировал кто-то другой. Дальше, как работаем? Даем информацию с позиции дающего, да, то есть вы работодатель, вы даете ему возможности, а он уже соглашается, да, а не с позиции просящего. То есть не надо говорить, ну, пожалуйста, ну, зарегистрируйся. То есть мы просто даем информацию сухо, да, как вот вы пришли на работу, вам работодатель дает информацию, чем вы будете заниматься.
отрабатывайте возражения. Нет, нет. То есть никого не уговариваем, да, никому ничего не доказываем. То есть этого делать не надо. Обязательно надо читать, смотреть вебинары по работе с возражением. Да, у вас должен быть навык отработки возражений. Вы потом поймете, что у всех одинаковые возражения, и ваша задача просто научиться и понять, как на них отвечать. Да? То есть это есть книги, да, кто любит читать, есть вебинары, кто любит слушать. То есть очень много. Есть Бухтияров, он очень хорошо и грамотно рассказывает, как отвечать. Да, есть у нас наш лидер экспресс-карьеры Татьяна Голуб, да, она тоже очень хорошо рассказывает про возражения. То есть вот эти два вебинара надо прям обязательно как настольную книгу прослушать и для себя как бы законспектировать, да, на какие возражения вы как будете отвечать. То есть для через себя пропустить и уже себе записать, так как вы будете отвечать на эти вопросы. Дальше. Работаем по принципу стюардессы. Да? Да, нет, следующий. То есть не надо зацикливаться, что если человек вам ответил нет, как-то его, а почему, а за что, а зачем? То есть ответил нет, да, как бы вы отработали все возражения, он сказал вам нет, идите дальше, не надо как бы расстраиваться, не надо зацикливаться. Опять же повторюсь, что отказы будут, да. То есть надо всегда понимать, что нет, это ваша работа, да, есть даже такая у нас экспресс в нашей как бы команде, да, пословица либо поговорка, что нет, это наша работа, да, это наша зарплата. То есть будут отказы, будут согласия, да, ваша задача отработать 1000 отказов, и вы будете директором. Вот. Но принцип этот запомнить надо, да? Да, нет, следующий. То есть получили да, получили нет, пошли дальше. То есть ваша задача как можно больше, большему количеству людей дать информацию о возможностях. И четвертое, да, не сжигайте мосты. Не надо там, например, если вам сказали нет, говорить, ну и все, до свидания, там, ну как, бывает такое, что как психанешь, да, например, на человека, он там плохо отзывается, компания или еще что-нибудь, не надо, я всегда пишу, я вас поняла, да, если вы надумаете сотрудничать, да, я всегда на связи, пишите, то есть люди со временем могут созревать, да, могут появиться необходимость в деньгах, могут за вами наблюдать, не удаляйте никогда из друзей, да, с таких людей, пускай они наблюдают за вами, все равно люди читают новости, читают ваши посты по развитию личного бренда, и, соответственно, как бы они могут через там какое-то время вам написать, вот я за вами наблюдаю, да, хочу к вам попроситься в команду, да, хочу попробовать, все-таки решила. Вот, то есть не надо сжигать, не надо посылать, да, просто скажите, что вот если вы захотите, я как бы готова с вами сотрудничать, всегда буду как бы рада. Вот, и вы всегда останетесь на хорошей нотке с человеком, и, соответственно, в будущем, может, это будет ваш именно бизнес-партнер, когда он уже целенаправленно, осознанно придет к вам. Да, не так, что там с бухты-барахты зарегистрировался, ничего не понял, а тут он уже будет как бы читать, будет наблюдать и к вам придет уже понимая, в чем вообще суть, и как бы больше шансов, да, что он станет вашим партнером в бизнесе. Вот, вот такие как бы советы, да, по рекрутированию, что не надо ничего бояться, надо просто делать каждый день. Есть у нас статистика, да, статистика регистраций. Опять же говорю, что новички, как я сама была, я наделала много страниц сразу же ВКонтакте, села рекрутировать, я думала, что такое классное вообще прям суперское предложение. Что-то у меня уже голос садится. Суперское предложение, что все сразу будут соглашаться, как это не согласиться, да, такие шансы. И первая суть, мне девушка прочитала, говорит, нет, спасибо, мне это как бы не подходит. И я сижу, у меня прям слезы на глазах, да, то есть я не знала, что мне будут отказывать. Вот, поэтому я сейчас с новичками говорю, что как бы ждите, да, ну не то, что ждите, да, знайте, что будут отказы. Вот, поэтому есть статистика регистрации, статистика вообще отработки приглашений, да, отработки собеседований. То есть, если вы провели 100 собеседований перепиской, да, текстом, у вас будет 15-20 регистраций.
Если вы провели 100 собеседований голосом, это 40 регистраций. Ну, это, естественно, не моя личная статистика, это статистика по всей нашей команде, да, по команде Ани Черно. 50 контактов по теплому кругу, да, почему я говорю, что теплый круг, как сказать, рулит, да, потому что там можно провести мало собеседований, получить много регистраций, потому что люди вам доверяют. 50 контактов по теплому кругу, вы получаете 30 регистраций. Если вы берете, общаетесь собеседование с ссылкой на блог либо сайт, да, и провели таких 100 собеседований, у вас 1-2 регистрации, то есть это не совсем эффективно. Да? Дальше, если у вас 100 регистраций по холодному рынку, у вас будет один директор. И если у вас 10 регистраций по теплому кругу, да, по теплому рынку, у вас тоже один директор. То есть теплый круг все равно, вот у нас очень много примеров, которые работают. Почему я в командном чате всегда посылаю истории успеха, где там директор вышел за 3-4 месяца, да, на 22%, и он работает по теплому, всегда подчеркиваю, теплый. Это залог как бы быстрого роста. Просто у вас, может быть, у самих настрой такой, да, что вы стесняетесь, что в их компании Reflame, вы думаете, что вам будут отказывать, как бы, ну, грубо говоря, новички не всегда подготовлены к отказам, да, поэтому у них какой-то страх есть, поэтому, может, у многих из этого не получается на теплом. Надо просто самой понимать, что если вы стесняетесь говорить, что вы в компании Reflame, что вы стесняетесь, там, предложить кому-то покупать в вашем интернет-магазине, у вас бизнес не попрет. Вы просто сами должны понимать, что компания Oriflame крутая, компания Oriflame дает возможности просто для себя самой решить. Потом вам будет легче самой просто это все рассказывать, давать информацию, да, давать информацию о возможностях. Итак, вот по статистике, да, наша цель – одна регистрация в день. Это минимум, да, потом повышать эту статистику. Будет получаться не сразу, нужна наработка, нужен опыт. То есть с каждым собеседованием вы будете понимать, что у вас получается все лучше и лучше. Так, это по статистике регистрации. Что у нас дальше? Какие советы, да, я могу дать? Рекрутировать надо каждый день. Вот я, например, сама, да, 3,5 года я рекрутировала каждый день. Ну, может быть, летом я рекрутировала, не рекрутировала в выходные, потому что мы уезжали за город, да, там не было интернета. А так я всегда на связи с командой, я всегда каждый день рекрутирую. Поначалу я рекрутировала, естественно, руками, да, как бы когда у меня была небольшая команда, сейчас у меня уже работают роботы. Но все равно как бы я каждый день рекрутирую, обрабатываю сразу же свои отклики, да, то есть у меня всегда робот открыт, я всегда просматриваю, сообщение пришло, я как бы отвечаю. Раньше, когда работала руками, у меня всегда был тоже открыт все мои странички, я отвечала тоже оперативно. Звук там, сообщение пришло, смотришь на какой страничке, заходишь, отвечаешь. Вот. Выполняем обязательно план по рекрутированию каждый день. То есть вы себе поставили, например, план, ну, либо ваш спонсор, да, совместно с вами, и вы не ложитесь спать, пока не сделаете, да, не сделаете план, потому что рекрутировать надо каждый день и каждый день в объеме, потому что есть накопительный эффект. Сегодня вы добавили, человек, например, не зашел, не прочитал ваше там сообщение, либо запрос в дружбу, зайдет он, например, через 3 дня. Да, если, например, сегодня вы добавили, завтра не добавили, у вас уже этого накопительного эффекта нет. Так, дальше. Общаемся только с позитивными людьми. Не надо, если человек начинает негативить, не надо с ним спорить и портить себе как бы настроение. Да, то есть вы всегда должны быть на позитиве, поэтому лучше отходить от таких людей. Сказать всего вам доброго, до свидания, да. То есть, ну, вы просто себе нервы тратите, да, и так у нас жизнь неспокойная с нашей как бы экономической ситуацией, да, лучше отходить от этого, да, и работать в удовольствие. Не спорим, не уговариваем, ничего не доказываем. Вы работодатель, да, повторяюсь, вы предлагаете, выбираете партнеров, а не они вас. То есть, когда мне, например, говорят, что ну ладно, расскажите, я подумаю, ой, посмотрю, что вы предложите. У меня сразу же как бы, ну так, блок на таких людей. То есть она как бы позволяет, чтобы я ей дала информацию. Вот, то есть, ну, такое двоякое мнение. Я даю, конечно, информацию, да, но я уже знаю наперед, что этот человек у меня работать не будет.
Вот. Даем грамотную профессиональную информацию, отрабатываем возражения. Для этого надо, естественно, прослушать вебинары по возражениям, как я говорила, да, и иметь опыт. Сначала мы работаем по шаблонам, работаем по методу своего спонсора, да, например, по скрипту его собеседования. Дальше уже с опытом у вас будет как бы свой скрипт, свой диалог, да, как бы с кандидатами. Рекрутируем только на позитиве. Если у вас плохое настроение, лучше возьмите плюшки какие-нибудь, да, вкусняшки, идите смотрите фильм, укутайтесь в покрывало, да. То есть, если плохое настроение, лучше этого не рекрутировать. Всегда рекрутируем на позитиве, потому что кандидаты, они как-то подсознательно чувствуют ваш настрой, и даже когда плохое настроение, отвечаешь как-то более резко, что ли, на вопросы. Лучше рекрутировать, конечно, когда у вас позитив. И дела вот себе, по себе сужу, да, всегда идут лучше. Люди лучше отвечают, лучше отклик, и диалог как бы завязывается такой как бы душевный. Так что вот надо именно с утра вставать, да, улыбаться, что на улице солнце, ну или как бы хорошая погода, что мы живы-здоровы, да, здорова наша семья, идти рекрутировать вот на этой волне. Вот. Строим совместную ветку с партнерами, да, то есть это ваша будущая ветка, да, ваша будущая ветка, когда вы будете директором, да, и, соответственно, вы строите совместную ветку, вы видите, как быстрый рост свой, да, и когда у вас будут уже в совместной веточке ваши активные партнеры, на кого вы сможете оставить его развитие, то, соответственно, можете начинать уже строить свою следующую веточку. Так, даем вот по поводу теплого круга, да, если вы не уверены, повторюсь, да, не идите на теплый круг, лучше переводите на своего директора или менеджера, который проводит собеседование. Даете информацию теплому кругу уверенно, да, что вы уверены в компании, не надо мямлить, не надо ну, как-то мешкать, да, понятно, что все равно человек поймет, что если вы не уверены, зачем он туда пойдет вообще. Уверенно, грамотно, и не надо давать информацию в двух словах. То есть вы сказали, там, например, компания Oriflame, там, работа информационного характера. То есть если вы рассказываете полно, да, то есть берите листок и пишите, рисуйте, как бы, структуру, да, из чего складывается доход, что надо делать, вот именно наглядно делайте это, ну, либо рассказывайте, да. Если не можете, если не уверены, что вы расскажете именно, доведете до регистрации, переводите на директора или вашего менеджера, да, ну, спонсор, если рассказывает, если готов он вести для вас такие собеседования, переводите на своего спонсора. Вот, то есть рекрутирование каждый день, то есть без входящего потока у вас не будет роста бизнеса, да, то есть нужны люди, которым вы будете давать информацию, которые кто-то из них станет покупателем, кто-то будет активным партнером, который будет вас дублицировать, кто-то скажет, что извините, это не мое, я там не понял до конца суть и уйдет. То есть такие тоже могут быть. Вот. Некоторые спешат с регистрацией, да, потом говорят, ой, извините, я не так понял или еще что-нибудь. Вот. Сейчас, секунду. Вот у меня предпоследний слайд. Уложилась сейчас даже. Что нужно делать? Да, подведем итог вышесказанного. Во-первых, надо подумать, для чего вы здесь, да, и ради чего вы будете работать, ради чего вы будете после работы садиться за компьютер, либо утром, накормив ребенка, садиться за компьютер и начинать рекрутировать, работать, да, обучаться. То есть для себя надо вытащить вот эту цель, мечту, мотивацию, да, для меня мотивация ребенок, да, ну, это большая мотивация. Если брать мелкие мотивации, там, сначала заплатить кредит, заработать, да, выйти на доход, чтобы иметь возможность платить кредит или выплатить его, сейчас это жилье, да, потом будут там, например, путешествия, как я думаю, 2-3 раза в год ездить с семьей, показать детям мир, да, что не только город Сыктывкар есть на свете, вот. То есть надо для себя, для кого-то это квартира, для кого-то машина, для кого-то путешествие, для кого-то это хорошее образование для ребенка, да, то есть понять, для чего тебе нужны деньги, для чего ты хочешь иметь свой бизнес, для чего ты хочешь иметь хороший доход и возможности, которые дает компания. Дальше. Прослушать 3-5 вебинаров о сути работы, да, презентации бизнеса либо стиля жизни. Когда вот сидите, рекрутируете, просто включите вебинары и слушайте. Даже можно не вслушиваться слова, а чтобы просто на подсознание у вас на корке, под коркой, да, откладывались слова о сути.
чтобы когда вы сами начнете уже рассказывать, у вас это выстрелит. Но это то же самое, когда вы к экзамену готовитесь, многие так делали, включаете магнитофон, да, тогда магнитофоны еще были, и там с текстом, например, лекции, и спать ложитесь. И он говорит, вы как бы вроде не вслушиваетесь, вы даже не слышите, а у вас все это закладывается на подкорке. Но то же самое. Вот просто включили и слушайте. Дальше. Прочитать бизнес-трафарет. Это есть у нас как бы на стартовом обучении, да, то есть там простыми словами, книжка небольшая, простыми словами написано о сути бизнеса. То есть там прям очень хорошо описывает автор. И 10 уроков на салфетке. Тут, конечно, чуть посложнее, но все равно надо изучить и посмотреть, да, почитать, вернее, эту книжку. Посмотреть 2-3 вебинара по рекрутированию по методу, который вы выбрали. То есть смотрите 2-3 вебинара. Например, в том же ВКонтакте работать можно несколькими способами. Да? Выбирайте для себя комфортный и начинайте его применять 3 каталога. То есть за 3 каталога уже все равно у вас будет какая-то статистика. Получается, не получается, идет, не идет. То есть делать надо все корректно, да, если вы работаете, например, раз в неделю, то у вас, естественно, результата не будет. Если, такого результата, если бы вы работали каждый день. Вот. Написать свои шаблоны диалога с кандидатом. То есть, естественно, это у вас будет, может быть, сначала диалог ваш с вашим спонсором, да, обязательно спонсору скидывайте ваш диалог, чтобы он почитал, подкорректировал. То есть он все равно больше знает, да, и лучше как бы как подъехать к кандидату, да, чтобы он согласился. То есть обязательно все, что вы делаете, пропускайте через своего спонсора. То есть давайте ему на проверку. Посмотреть вебинары по работе с возражениями. Да, сказал это Голубь и Бухтияров, который я советую посмотреть. Бухтияров – это аудиокнига, да, как вебинар аудио, то есть слушайте его. Можно просто книжку почитать. Ну, для меня, например, книгу читать я более, визуал, да, я как бы лучше запоминаю, если, например, читаю что-то. Вот. Дальше. Развиваем личный бренд в соцсетях. Да, по этому вопросу у нас будет отдельный вебинар. У нас есть чат. Туда мы включаем людей после заказа. Вот, даем рекомендации, как развивать личный бренд, что писать. Ну и, соответственно, надо это делать с уровня новичок. Подготовить базу инструмента для рекрутирования. Если вы рекрутируете, например, ВКонтакте, то создаете странички, оформляете их по рекомендациям вашего спонсора. Да, то есть есть там период, когда они должны пройти модерацию, поскольку надо добавлять, есть лимиты, то есть это все вам расскажет ваш спонсор, да, как он рекрутирует, даст рекомендации. То есть это надо подготовить, сделать форму для регистрации. Хотя я, например, сейчас новичкам даю свою форму, если у них какой-то, пошли они, например, на теплый круг, у них там на следующий день после регистрации появился новичок. Вот. И когда они уже начинают именно активно рекрутировать, мы создаем им отдельную форму. Вот. То есть просто если новичок, например, там зарегистрировал одного человека и ушел, зачем ему форма нужна вообще? Так, отрабатываем статистику каждый день. Да? Это то же самое, что было, работаем, рекрутируем каждый день. Отрабатываем статистику, делаем много действий, да, каждый день, чтобы был успех, да, чтобы был результат. Дальше. Первые 3 регистрации проводим строго со спонсором. Потому что одна регистрация, проведенная, порой новичку не до конца понятно, да, что делать дальше. А 3 уже будет понятно, что мы регистрируем совместную ветку первых людей до 2-3 активных ветки. Регистрируем друг подружку, да, под последнего новичка. То есть спонсор вам покажет, где смотреть последнего, как регистрировать на сайте, что давать, да, уже это идет как бы сопровождение. Есть у нас шаблон сопровождения, то есть это несложно, там пошагово написано, зарегистрировали, дали это сообщение, просто копировать, вставлять. Ну, соответственно, если там написано Екатерина Помысова, поменять на себя, да, на свои данные. Дальше там что сделать, какое дальше сообщение. То есть новичок это задание выполнил, даем ему следующее. То есть разобраться несложно. Как сопровождал ваш спонсор вас, так вы сопровождаете своих людей. Вот я, например, у нас, когда я зарегистрировалась, на нас не было никаких инструкций, никаких сайтов, все приходило на почту, и у меня появился новичок, и я ему давала то же самое, что мне давала Юля Картаева.
То есть просто копировала со своей переписки с ней и вставляла как бы в ее, ну, как бы уже новичку. То есть идет полное дублицирование. И, конечно же, надо учиться организовывать ЛТО. Да, ЛТО 150 баллов, которые дают доход нам в компании «Быстрый рост», надо учиться организовывать. И еще раз повторюсь, почему я говорю учиться организовывать, да, потому что не надо делать со своего личного кармана. Это, ну, хотя бы даже первые заказы, да, сейчас я делаю, естественно, со своего личного кармана, потому что я покупаю много wellness, да, у меня есть возможность. И так я первое время собирала совместный заказ со своими близкими и родственниками. Да, просто говорила, вот у меня интернет-магазин, вам дисконт 20%, приходите, покупайте, да, шампунь, там, мыло, зубную пасту и так далее, ну, декоративную косметику, ароматы. Сейчас, конечно же, у меня уже покупают по моим отзывам wellness, да, потому что wellness – это классная продукция. Вот. Это последний слайд. Так. Самое сложное, да, это работа над собой. Первое время – это, конечно же, лень, мысли, зачем мне это вообще надо. То есть ролик люди смотрят там о сути, всем кажется, что это так сложно. На самом деле сложно первые, ну, две недели, к примеру, да, когда у вас еще каша в голове, когда у вас огромный поток информации, когда вы не понимаете, что делать, да. А потом у вас все раскладывается по полочкам, и кажется-то, что не все так страшно. То есть делаем мы всегда одно и то же. Зарегистрировали, нашли новичка, да, дали ему информацию, зарегистрировали, сопроводили, да. Просто надо настроить себя на каждый день, на действия каждый день, найти для себя цель, ради которой вы будете работать, да, и читать мотивацию, смотреть мотивационные видео, читать какие-то истории, да, которые мы, например, скидываем в командном чате, искать в Ютубе полно таких историй, да, просто себя мотивировать. Меня, например, мотивировал, повторюсь, еще раз ребенок, да. Я себе всегда говорила, когда были моменты, когда я хотела, ну, уйти. Там, плохое настроение, там еще что-нибудь. Я просто говорила, что вот, если я здесь не буду развиваться, я пойду опять на работу. Пойду на работу с моим начальником, да, она будет меня задерживать на работе. Я буду приходить, например, мне придется просить Диму, чтобы он забирал с садика, да. Они будут приходить, сами там что-то делать вечером. Я буду приходить в 8-9 вечера, естественно, не в духе, да, потому что, ну, специфика работы такая, да, уставшая. У меня не будет хватать времени даже просто отдохнуть, не говоря уже о ребенке и о семье. И вот это мне как бы нежелание, да, расставаться с ребенком, нежелание как бы выходить на свою работу до декретную. Естественно, желание большего дохода вот двигало мной. И сейчас двигает, да, дальше. Потому что я смотрю на своих вышестоящих лидеров, да, которые ездят без всякого напряга на отдых, за, ну, на крутые курорты, да, за большие деньги. Я хочу так же. Я вижу, что они смогли, да, чем вот я хуже. Вот. Самое сложное, да, вот для меня это тоже было работа над собой. Работа над собой как личности, да, так и лидерские качества тут мы развиваем. То есть надо расти и как лидер, и как личность, и тогда будет результат. Но достигнутая цель, которую вы поставили, да, стоит большего и стоит больше, чем ваша там лень, может быть, порой, да, плохое настроение. Там посмотреть сериальчики, там сходить лишний раз, там, не знаю, куда-нибудь там с подружками посидеть. То есть надо все равно чем-то жертвовать ради будущего вашего будущего и будущего ваших близких. Вот. У меня все. Спасибо, что пришли меня послушать. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Спасибо, Ирина, что пришли послушать. Запись будет обязательно, скину в командный чат, потому что новички захотят посмотреть, много не смогли поприсутствовать из-за дел. Вообще, конечно, 10 часов, я понимаю, что не совсем удобное время. Буду переводить на другое наши вебинары. Все, если нет вопросов, пойдемте работать. Спасибо, что пришли.
Ну, видишь, если мало людей приходит, значит, время не для всех супер. Тогда пускай смотрят записи. Все, девчонки, всем пока. Спасибо, что пришли. Увидимся в чатах. Всех целую.